Добрый день. Ну, продолжаем. Магия или наука? Мы уже прошли часть роликов, посмотрели. А теперь вот признаки. Мы в предыдущий ролик показали физические, психологические признаки, которые могут быть у человека. Но я уже специально сделала, что может быть это просто или какие-то события, или заболевания, может быть, или состояние, может быть. Но вот эти состояния и физические признаки, они могут показывать на порчу. И в сочетании с символами снов, ну, будем говорить, я бы сказала, почти под 100%, может быть. Хотя, может быть, 1% где-то, ну, будем говорить так, исключение может быть. Так вот, какие символы есть? Есть более жесткий символ, есть более косвенные признаки. Поэтому косвенные надо все-таки смотреть полностью весь сон. Да и, в принципе, весь сон надо смотреть. Вот смотрите, порченные продукты. Порченные продукты. Это достаточно жесткий символ, потому что порча идет. Порченный хлеб, порченные продукты, порченный торт. То есть все, к чему вот вы прикоснулись, это идет порча, порченный продукт. Значит, вот здесь идет конкретно. Тут уже можете, если особенно еще признаки физические или какие-то, вы можете четко сказать. Женщине, она снимала порчу, ей приснился сон, что она взяла на себя именно эту порчу. Она влезла, перед тем, как ей она должна была убрать негатив, она рассказывает, что ей снился сон, что на окне стоял торт, и она рукой в него буквально влезла, и он оказался порченный. Что интересно, торт, это она снимала, будем говорить, порчу в выходной день. Выходной день, воскресенье. Поэтому торт как бы вот и показал символику такую. Поэтому, может быть, порченное мясо, конкретное есть порченое мясо, это здоровье. Здоровье в первую очередь надо убрать. Порчу, а потом уже лечить здоровье. Почему? Потому что тут конкретно будет именно связано с порчей. Поэтому первопричина заболевания может быть именно порча. Ну и так далее. Поэтому ключевое слово «гнилой» нет. Это немножечко другая вещь. То есть гнить, и хотя при дополнительных символах тут тоже можно где-то что-то узнать. Дальше. Паук или паутина? Вот паук очень часто тоже снится, порча и все остальное. Почему? Потому что человек паутина тоже. Человек попадает в паутину. Но у меня есть сны, когда, например, человек попадает в паутину. То есть паутин и паук. Это когда первое, у человека может просто быть вампир. Это то же самое, в принципе, что порча. То есть забирает энергию у него. И ему очень трудно от этого избавиться. А иногда бывает, что бывает, когда заманивают, например, в кредиты, вот быстрые кредиты, которые дают, и человек, получая, попадает как в паутину. Ему очень трудно вырваться оттуда. И это паук, то же самое, то есть плетет сети. Это тоже есть иногда, вот символ такой. Тем более, вот когда человек постоянно думает, надо отдать, как-то отдать, все остальное, прочее, прочее, у него начинается эта энергия, идет к тому, кто эти сети плел. Так, и порча, вернее, сети, это самое, помню, снилось женщинам, две женщины не могли выйти замуж, одна сестра и вторая сестра. И одной и второй снились паутину. У одной каменная паутина, была паутина, просто каменная паутина. И второй просто паутина, но пауков не было видно. Паутина, то есть это говорит о том, что уже люди попали в какую-то сеть, не могут выйти. Что интересно, матушка их родила, уже будучи порой с порчей. И поэтому через водичку у них это передалось таким вот образом. Поэтому по-разному бывает. Рыболовная сеть тоже, вот в сети иногда, вот это вот, они похожи на паутину. Это тоже иногда, когда в рыболовную сеть попадает что-то, рыба, здесь может быть иногда даже, ну, будем говорить, порча даже на, что ребенок, нельзя родить ребенка, такое тоже, потому что она похожа на паутину. Ну, дальше, что еще может быть у нас? Вздутые консервы, смотря какие консервы. Если вздутые консервы, это старая порча, которая законсервировалась. Но если вздутые, вот-вот что-то, человек может прикоснуться к чему-то, и порча начнет работать. Был у меня такой, у женщины сон, был, купили дачу, и дачу там никто не задерживался. Вроде дача хорошая, недорого покупали и все остальное. Там перемыли, перечистили все остальное. И потом на ночь приснился сон, что под полом где-то вздутые консервы.
Ну и эти люди через полгода развелись, эту дачу продали опять и дальше пошли. Почему? Потому что вот где-то что-то прикоснулись, вскрыли вот именно вот эту вздутые консервы. Они были мясные, по-моему, мясные консервы. То есть это сознательно было сделано, жесткая при том порча была сделана. Если во сне ты от кого-то очень часто убегаешь и боишься, что тебя просто убьют по этому самому, и прячешься, у тебя смертельный ужас, тоже может быть признак. Признак того, что это тебя могут убить во сне, и все остальное, это то, что с чем ты справиться не можешь. Есть там 50-50 еще, что можно где-то подстроить под чего-то, под какую-то, может быть, проблему, что человек убегает и все остальное. Но вот здесь вот смертельный ужас идет. И поэтому в этом направлении тоже надо быть аккуратней. Если видишь черные вещи, например, или черные предметы, это достаточно жесткий символ иногда, но это бывает, или похороном, кто-то может умереть, траур может быть. Или же все-таки черные вещи или черные какие-то предметы, они, как правило, говорят, может говорить на негатив. Но в любом случае человеку требуется помощь. Он сам справиться не может. Иногда бывают черные трусы, человек видит. Опять, тут несколько таких вариантов. То есть у человека проблемы с сексуальностью. Сексуальность иногда с головой связана. У человека, например, какие-то проблемы в этом вопросе. Это надо к сексопатологу идти. Может быть, с головой, если психотерапевту, иногда это порча может быть. Это надо идти снимать. Поэтому тут, потому что есть черные яйца, черные нити, черные провода. Каждый имеет именно вот это вот. И больше всего, как только иголка с черной ниткой, большая вероятность, что может быть негатив. Особенно если психологические и физические признаки уже явно проявлены. Хотя, я могу сказать, человек приснился сон, а у него нет этих признаков. Значит, наше подсознание очень быстро вы уловили вот этот негатив. И здесь желательно где-то почиститься все-таки. Чистящих вот способов очень много и в интернете есть. Если кто-то захочет, у меня есть плейлист, он недорого стоит. Там 17 видов чисток. Вы можете их научиться самостоятельно это делать. Там не так сложно. Единственное, что я показываю, как я чищу, например, энергетически. Хотя эта вещь такая, ну, будем говорить, так опасная. Тут надо все-таки больше профессионализм, потому что можешь взять на себя. Если взял, надо чистить уже себя. Но я это все рассказываю, поэтому там есть и помещение, как можно почистить, и другого человека можно без его присутствия почистить. Я опять объясняю, что почистить человека можно. Вы снимаете негатив. Это то же самое, что вы моете квартиру, убираете квартиру, убираете говнецо, которое кто-то пришел и накакал там, будем говорить, в вашей квартире. Поэтому ваших близких. Поэтому можно вот эти все эти вещи, это на благо, это хорошо. Я всегда говорю, вымыть помещение всегда хорошо, уборку сделать всегда хорошо. Тем более, если другой человек говорит, да у меня чисто, я не верю по этому самому, а у него смердит там уже. Так, что еще тут? Черные вещи. Иногда бывает, во сне надеваешь чужую одежду, чужую черного цвета. Или вот, например, каких-то серых, грязных каких-то вещей. Но чужая, размытых оттенок. Это косвенная признака, может быть, можно взять чужое что-то негативное в этом отношении. Поэтому здесь тоже, будем говорить так, это гибкий символ, но он тоже при психологических, физических вот именно вот этих признаках может сыграть роль. Так, если видишь в черной одежде, именно в черном головном уборе. Ну, я могу сказать, если фата, например, вот был признак, вернее, сон был, женщине приснился, что у ней дочка спускается вниз, черное платье, свадебная фата черная у ней была. И спускалась лестница вниз. Девочка повесилась. То есть черные, когда черные на голове, черные мысли, депрессивные мысли, свадебное платье, это шум и все остальное, вниз идут ритмы. Поэтому если мама видела заранее это, она могла предотвратить эти вещи каким-то образом. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Вполне возможно, что, может быть, на девочке было, скорее всего, может быть, не депрессивное состояние, а может быть, негативное кто-то повесил. Так, дальше. Символы подушки могут показывать на порчу. Ну, мы уже рассказывали, значит, если показывать, что
Подушки есть порча. Значит, ее надо просушить, помыть под водой где-то. Почему? Потому что она накопила достаточно много негативной информации. Поэтому она сейчас на данном этапе воздействует на вас. Но здесь я могу сказать так. Посмотрите ролик, который вот «Магия или наука». Там я более расширенно это все делаю, и я повторять не буду в этом вопросе. Изнасилование, например, какими-то инородными существами. Это, например, инопланетянин, ведьма, домовой какой-то. Вот это косвенный признак. Почему? Потому что изнасилование бывает в прямом смысле. Иногда мы встречали. Иногда изнасилование бывает, когда человека заставляет делать то, что он не хочет. Поэтому это символ идет. Но если это все-таки какие-то существа и все остальное прочее, вполне возможно, что это может быть именно с косвенными признаками, что это надо человека просто чистить. Тем более, если ведьмы, домовой, это какие-то негативные, будем говорить, признаки. Так, дальше, что еще есть у нас тут? Так, ну вот еще вот здесь есть такое, что символ куклы. Символ куклы или куклы, головы куклы, тоже может указывать на негатив. Может указывать на негатив, но куклы иногда бывает обман. Вот были признаки такие, что женщина подходит к своей сопернице и так говорит: я родила твоего мужа, она открывает, а там кукла. Ну, муж пришел, сказал, что я с тобой разожусь, у меня вот женщина от меня должна родить, и я ухожу. Она, как она не говорила, что она обманывает, он не поверил, он женился на ней. Ну, как правило, у ней выкидыш произошел. Все равно они потом развелись, конечно, но тем не менее. Хотела взять мужика, будем говорить, такого. Ну, знаете, что вроде бы как должен и помогать, и работать, все остальное, а оказался лодырь. Жил со своей женой. Такой вот она просто терпела, и все, хочется, будем говорить, таким признаком забрать чужого мужчину. А ты с ним попробуй поживи иногда. Хотя многое зависит от женщин. Тут я не могу сказать. Есть ключевые слова, которые присущи этой тематике. Например, те сделали это, или опоили, или обратно пошел, то есть обратка пошла. Поэтому в этом. Потом, например, ну что еще может быть? Тебя подложили, опоили, ну уже говорила в этом отношении. Здесь вот эти все слова, которые вот присущи вот этой тематике, они показывают достаточно такую злостную тему. Подложили, например, в этом отношении. Тоже. Поэтому это тоже как бы обращаем внимание на вот эти негативные слова. Есть, когда сглаз может показывать, если сглазили вас. Это тоже негативная энергия, но это не колдовство, не магия, но уже туда кучу уже скажу. Иногда ненормальный глаз может быть. Может, сглаз это может быть, или какой-то сглаз может быть гнойный, например, какой-то необычный, больной глаз может быть. Именно глаз может быть. Это может показывать на сглаз, например. Потом, что может быть еще? Есть, когда вампиризм, поэтому тоже вроде бы символы, вы посмотрите ролики вампиров, есть про вампиров, там достаточно большой спектр, будем говорить, показывать, что такое вампиризм, найдите ролики, есть в этом канале Ирины Рябкина. И здесь есть, можно посмотреть, какие. Вот, например, если у вас сосут кто-то кровь. Вот, например, ваш муж был сон, что он сосет кровь. Есть, когда сосут кровь, будем говорить, котята. Это семья может сосать кровь. То есть, вот именно вот такое. Может быть, есть, когда показывают глисты. Тоже это порча, которая может забирать у вас силы. Поэтому, почему? Потому что глисты сами по себе – это паразиты. И вот таким вот образом это может показываться в этом отношении. Порча с глаза и даже вампиризм. Ну, все, что связано именно с этим. Ну, основные признаки я вам показала, каким образом это может быть. Поэтому отслеживайте, смотрите. И смотрите, вот
психологические, физические, такие вот события, которые происходят, и символами снов. Тогда вы можете точно понять, есть на вас что-то или нету. Потом в следующем ролике я расскажу, что снится тогда, когда вас, например, почистили. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал.